Если что, сразу вернемся, да? Что-то вообще мало осталось людей. Сколько оставалось людей? Деть. Ну ладно, все наши. Ладно. Вот сюда прыгаем, да? С ангара. Да. Чистое небо. Ну вот один есть. Нет, один есть, блин. Ну вот, зона. Ну а там купить. Еще есть. Что, будем по нему стрелять? Сверху прямо. Так мы сейчас просто до него добивать успеем, по идее. Где он? Че, наверху должен быть? Не вижу. Нету. Как нету-то, если он был наверху? Вон, слева. А, нет. Нет. Пусто у меня было. Но он не мог упасть. А, двое, двое, вон, вон он. Надо автомат найти. У меня есть на 30 патрон. О, адреналин. Быстро что-то приземлился он так-то. А, давай, СКС. Тоже подойдет. А, это ты у меня сверху. Ты его нашел, нет? Нет. Иван, чтобы он нас не убил. Любую открытую дверь или разбитое окно. О, они теперь лежат. И как будто, блин, испарился вообще. О, X6 отлично, хоть какой-то прицел. Испарился вообще, ну нигде нету. А это, блин, ты. Ух ты, какая зона. Ну. До сих пор нету никакого нормального автомата. М16, ой, М4-16 есть. Надо? Да, иду. Да. Вот, в
В том доме. Только там патрон нету. Ну ладно. Он зеленым, кто? Бежай, бежай. Нет, у меня точно такая же пушка. Не, ладно, я могу набрать, поделиться с тобой. Нет, у меня есть. Блин, друг, ты куда делся-то? Я пойду машину искать. На всякий случай, на канистры взять. Есть. Баги. Да. Сейчас я прокачусь тебя, посмотрю, может, есть машина. Еще один адреналин. Города нету? А, нету. О, что-то какой-то нашел сейчас. Дача. Ну, она хоть четырех. Я жду вас. Хотя зона. Окно уже разбито. Надо колесо сразу побить на баге. Так, поехали. Не, прямо я на дорогу тут сворачиваю. Мы долго будем ехать. Зона такая. Нам очень сложно будет. Либо надо сейчас на лодке, но по мосту мы навряд ли проедем. Мы по мосту не проедем никак. Либо мне за руль надо садить, чтобы нас не врезались. А у нас всего одна этот летающая, ну, канистра. Да. Можно кого, ну, два раза. Понятно. Ладно, хотя бы жизнь. Я не заметил, что она тут едет. Вот так тихо можно подкрадываться. Если так, блин, посмотреть, у меня вообще ничего там нет. И чё? Я смотрел, куда едем. Я смотрел, я не видел даже. Я просто не помню, куда дальше. Поехали тут вот по этому лодку найдем.
На левой сейчас? Или... Да, на левой. Не, она была просто по пляжу, я хотел. Пересаживайся. Что, в смысле высаживайся? Пересаживайся. Да. А, да. Захильте, серый. А тут нету багажника? Понял. Это все? А, да, прости. Не, мы можем сейчас остановиться, я могу посмотреть, вообще есть кто-то на мосту, нету. Да, будешь пересаживаться. Не, не. Давайте лучше в это, это поуправляемее будет. Перед мостом остановись, я хоть посмотрю, так, надеюсь, они не такие умные. Лодка есть, если что. Ног нету. Чего нету? Ног нету. Ну, ног я не вижу. У меня, видишь, раньше мало, ой, много машин было тут. Серьезно, даже никто не караулит? На самом верх, да? Да. Единственное, у меня плохо с аптечками. У меня тоже, у меня две аптечки, и у меня гранат куча. Ну, две дымовые и все, три дымовые. Да, дальше пешочком. Еще и с первым шлемом ходишь. Думал, получше городок этот будет. Мы еще просто сколько искали этого человека, не нашли ее. Машина. И машина сверху. На контроле. Да, на контроле. Они на самом верху, по-моему. Это... Стой, стой, это не машина. А чё это? Этот... аэроплан. Не, там прям машин звук был. Это аэроплан. Я видел там аэроплан. А, да-да, я глянул ещё к кино. Подожди, аэроплан. Я их не вижу. Либо дверь наверху. Открыта. Да, они не уходят, скорее всего. Да, наверху. Ну я дым, если что, наверх кинул. А, ты дым кинул? Не, я все смотрел, с какой стороны обходил. Нет, серый. Че? Транспорт отчист. А почему дверь была открыта? Не-не, я машину слышал, меня это больше напрягает. Да. Я тоже слышу машину. Пусто. Наверху, да? Я сейчас потратил 5 гранат. Мы не в зоне. Кто ну, летит? Кто просто летит? А мы летим? А кому-то лететь надо, кому-то ехать. Потому что иначе, если мы спрыгнем, то нам далеко ехать надо.
Не, ну А, давай, нам я тогда зону надо полечу. сюда. Катя, езжай с ним. Меня кто-то заправить надо, чтобы был. Катя. Сейчас. Как его? Залезь и заправь. Я не могу. Все. Блин. О, Катя, с пулеметом. Да. Я, Катя, вот так буду накренять, ты будешь стрелять, понятно? Хорошо? Самое главное видеть по кому. Короче, я У тебя знаю, пулемет тут что не это так уж сделать. сильно важно. Я знаю, что я буду делать. Много. О. Не, Серый, вот тут вот и нужна эта штука. Там сорвалось. Бинокль, А, бинокль. бинокль, да. А вообще тут. Долбанутый мусор. Ну, по Тут нам никто не... баги. По вам стрелял? Там баги прямо у дома стоит. Где? У какого? Я разве не пометила? Нет. Я Ну ты понял, да. пометил, но куда ты не пойми куда. У этого желтого дома стоит баги. А, да? А, да. Блин, в меня стреляют. Да, Пометил. спалил. Да, вижу. Это бот. Ух ты! Там еще правее было. Еще и машина едет. Блин, я отсюда. У меня тут где-то на машине были. Я просто к вам сейчас перебегу. Зачем к нам? А что туда садится? А, вы дальше? Ну дальше, да. Но у меня тут поблизости есть один. Или два. Там не видно с вашей О, стороны этот никого? появился. УАЗик вроде. Не-не-не. Он был разве? Да-да. Вот тут где-то, вот тут. Да-да-да, там дача есть. Да, из-за того, что ты поворачиваешь, я ничего. Почему? Цел. Прицел, да? А как мне разворачиваться? Машина стоит. Не-не-не, в домах там внутри. В окнах я пока не видела. Там был, наверное. В окнах вот тут в доме есть один. Он вышел. Посмотреть на вас. Тут двое, тут двое. Да-да, Катя, вот там. У будки, Один у будки. снят, один снят. Не знаю, куда стреляю. Будка, да. Да. Эй, выйди. Они в этой будке двое или трое. До сих пор сидят все? Да, ну одного я снял, они там хилят его. Смотри, чтоб не вылезли. Это ты бросил, да? Нет, я. Бежит еще один. Да, вижу, вижу.
А, там еще кто-то, там чужой еще. Там еще один кто-то. То ли один, то ли два там осталось. У тебя есть ГХЕшка или что-нибудь? Нету, я все потратил. А дым есть еще, хотя бы подойти поближе? Да, есть, сейчас взял. Просто он прям туда брось. Прям к ним туда? Да. Чтобы хотя бы мы вдвоем подошли. Там один сдох. Все. Все, все, там чисто. Правда? Там чисто должно быть. Ну там еще кто-то один был. И я сейчас убил. Сейчас голову попал и сразу убито было. А-а-а. Там к ним забежал еще один чувак, он все расстрелял там, кого смог. Его убили потом. Угу, да, тут. О, еще адреналин. Зона сильная, если что. Ой. Поехали на... А, нет, не там полностью вообще. Печь. И лица надо, как бы, не забывайте. А кто-то у них аптечки забрал? Нет, у них там как будто не было, да. У них тоже аптечек, походу, не было. Ну, я одну забрала. Лечиться адреналином, это прям очень долго я так буду. Так у меня были утоляющие и энергетик, все. У меня тоже пусто. Я тоже сейчас зашел. Да, на тебе большое. А, о, А обычно походная нет у тебя? У меня осталось две штучки. А, я про эти вот как раз аптечки хотел бы. Вот в этом, скорее всего, доме. Там стреляли, или откуда еще могли? Нет, слева, 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 слева. Снят. Он там стрелял. И еще, знаешь, там кто-то был. Не-не-не, да. По нам стреляли да, как да, раз да. Из этой. Драгунова, скорее всего. Так, нас трое. Так, еще трое должны быть. Ну, он стрелял по тем, значит, они, может, тоже перебежали. Зона скоро и уже уже идет почти. Да, да, с той стороны, с той стороны. Ну, с той стороны, да, но только откуда? Из окошка маленького. Середина окошка маленькая. Сверху. А, понял. Нет. Черт, меня сняли. Я не успел стрелять. Правда? Я не знаю откуда. Я только хотел по нему стрельнуть. Блин, и у него только аптечки такие. У него, у меня одна аптечка была. А, здесь вот тут, вот тут, вот, за камнем этим. Я помечу успел. Минус. Вот, и один в окошке был. А, и один все в окошке да, остался. Вот. Я думал, меня окошко и снял. А сейчас он когда стрелять начал по вам, тогда я нашел. Не, а он по нему стрелять начал. А, не, он по мне попал сейчас. Броник смени. Да, он там в окошке. Вот с моей позиции его там хорошо было видно. Не, котят, иди просто чуть подальше и все. А, ладно. У тебя, Катя, третий, ой, шестой или восьмой? Шесть. А назад крутани минимально, чтобы было, вот. Чтобы ты сразу все три видела. Я, по-моему, видел, как внизу бегал.
Down zone. Блин, охренеть. Катя прям... Закрылся в комнате. Да, закрылся он? Да. Катя, Молли, брось туда в дом. А, он так... Он вот в этой комнате. Он сейчас зона... Зря ты, конечно, бро. Бля, Катя, туда. Катя его давила. Как ты его там нашла? Да когда во все стороны. Я стреляла. Блин. Я хочу... Давай, надо подождать, где он был, мне интересно. Вот я не знаю. Так он может тоже был. Я просто стреляла. Хорошо, что я... этих... Ты-то был снаружи, я видела, что ты там. Я спокойно стреляла. Но я ты чего стреляешь? Он не просто прям не стрелял. Давай, где это? Блин, надымило? Как можно? Где он? О, всё. Он пытался. Даже так!